Когда-то земля была огненным шаром, и это, признаюсь вам, было кошмаром. Куда не поедешь, куда не пойдешь, то в лаву, то в магму, то в дым попадешь. И если бы вдруг на земле появились, то все как один непременно сварились. И вы потому лишь, ребята, спаслись, что к этому времени не родились, что к этому времени не родились. И много веков так все было и было, но вот постепенно планета остыла и стало уютно на нашей планете. Играйте, скачите и прыгайте, дети. Однажды встретились папа и его товарищ, учитель зоологии Петров Сергей Сергеевич. Папа гулял с Верой и Анфисой, а учитель зоологии с дочкой Таней, 5 лет. Знаешь что? Дай мне, пожалуйста, Веру и Анфису на один урок. Я хочу ребятам проиллюстрировать свою лекцию о происхождении человека. Анфису я тебе дам, а дочку ты свою возьми. У тебя такая же? И совсем не такая же. Моя совсем от обезьяны не отличается. А твоя Вера, девочка строгая. А какая лекция? А вот какая. Я положу банан, и Анфиса его сразу схватит. А Вера будет спокойно сидеть. Я скажу ребятам, видите, чем человек от обезьяны отличается. Он дисциплинированный, он думает, и думает не только о бананах, но и о том, что кругом люди. А, хорошо. В город завезли бананы. И в кафе, и в рестораны. И в лаки, и в магазины. Гвозди, ящики, корзины. Люди ходят со словами. Кто последний? Я за вами. И они берут бананы. И в авоське, и в карманы. И бумажные кульки. И огромные мешки. Все друг друга навещают. Все друг друга угощают. Снова в очередь встают. Где бананы продают? Хороши у нас дела. Город! Африка пришла! Африка, Африка, Африка. Африка, Африка. Происхождение человека на земле. Часть вторая. Сегодня наши гости, девочка Вера и обезьянка Анфиса, помогут вам освоить материал. Внимание! Эволюционные существа. По порядку номеров рассчитать. Первый. Второй. Третий. И третья. Четвертый. Пятый. Шестой. Троечник Гутионтов. 2 миллиона 544. С половиной.
так дело дошло и до человекообразных. Наступил решительный момент. Быть человеку или не быть? To be or not to be. Чем, ребята, человек отличается от обезьяны? Проведем эксперимент. Я достаю из широких штанин. Что? Паспорт! Банан. И кладу его на стол. Раз, два, три. Человек соображает быстрее. Ребята, разница не в том, что человек соображает быстрее. Разница в том, что человек – существо коллективное. Он заботливый. Скажите, на кого похож Пятикантроп? На нашего завхоза Антонова! Он похож на человека. У него в руках топор. А топор – это уже средство коллективного труда. Все ясно, друзья. А сейчас экскурс в прошлое. Как только мы начали жить коллективом, стал каждый высоким и очень красивым. Стал каждый тогда у другого учиться, что надо ловить и чем надо лечиться. А щедрость еще мы не изобрели, а то человека уже добрели. Забыт уже труд одиночный и старинный. Да здравствует строй первобытный, общинный. Здесь трудятся люди легко и лечиво, поскольку они на глазах коллектива. А жизнь в коллективе охота и труд. Здесь хоть из кого вам людей создадут. Итак, друзья, в чем разница между человеком и обезьяной? Обезьяна в зоопарке сидит, а человек в зоопарк ходит. Есть другие мнения? Человека воспитал коллектив, а обезьяну природа. Молодец! Извините, если трешник все усвоил, остальные тоже все поняли или поймут. Спасибо вам, Вера и Анфиса. Чем вас отблагодарить? Thank you.